Дорогие друзья, 20 июня 24 года приехали в лес на разведку, так как ВКонтакте прошла информация, что пошли грибочки. Наши любимые места, будет что-то или не будет, посмотрим. В любом случае, в лесу очень красиво, шумит ветер. Погода хорошая, дождики прошли у нас всю весну не было дождей. Надеюсь, что-то выросло. Понятно, не такое изобилие, как осенью. И белых мы в большом количестве не ожидаем, но лисички пишут, подосиновики. Найдем, не найдем, посмотрим. Не видно, потому что обычно летом редко ходим в лес, так как очень большое количество комаров. Ветер нам в помощь. Ну что, пойдем смотреть. Первый грибок — ложная лисичка. Брать мы ее, конечно, не будем. Очень похожа на лисичку, но видно, что тоненькая ножка. Наша любимая полянка. Что-то ничего не видно. Скорее всего, в Печорском районе грибочками не пахнет еще. Только по области грибы. Есть отдельные еще сливчики. Кому повезло найти грибочки. Погуляем по лесу. Очередная зарядка. Полезно походить по пересеченной местности. Да, грибов не видно. Никаких причем. Даже поганок. Вот почему мы редко в лес летом ездим. А собирали мы в ноябре месяце последние грибы. Ни больших, ни маленьких, никаких не видно. Не будем отчаиваться, вдруг все-таки что-то где-то есть. Первый грибок — валуй. Переверни, пожалуйста, на сыроежку очень похож. Он такой тверденький, условно съедобный. Его можно есть, вымочить нужно и отварить обязательно.
Да, грибами даже и не пахнет. Ни лисичек, ни подосиновиков, пробелы история умалчивает. Да, деревьев нападало, конечно, за зиму. Не так было все непролазно. Стало еще хуже. Пойти, что ли, в сторону просеки. Обычно на просеке сухо, а в этом году у нас лето сухое, дождей было мало. Наверное, там не должны быть грибы, хотя можно посмотреть. Сухо здесь очень. Несмотря на то, что мух тут с краю. Даже и дергаться не буду. Даже если есть грибы, то они червивые. Ну что, заехали еще на одно место. Нет грибов. Или фейки, или в других районах области было больше дождей. Здесь грибов нет. Встретили еще одних разведчиков на машине за грибами. Сказали, что одна лисичка на весь лес. Не теряя надежды, заехали еще в одно место Печорского района. В надежде увидеть молоденькие грибочки 24-го года. Но тщетно. Не так и сухо в лесу. Видно, что дожди были, но грибов не видно.
В заключение скажу. Съездили мы не зря. Чудесный воздух, чудесная погода. Что еще надо? Нет грибов. Это совсем не беда. Впереди осень, я надеюсь на лучшее. Всем всего доброго, до новых встреч.